Почему балкон? Опять очередной челлендж, почему балкон на одном дыхании? Давайте сейчас. Я живу на съемной квартире, единственный стол, который здесь есть, находится на балконе. Чтобы его перенести, его нужно разобрать, а у меня нет ни ума, ни отвертки, ни других инструментов, поэтому я не могу его разобрать и перенести его в комнату, соответственно, мне нужно стримить за ним, а он находится на балконе, вот так вот.